Общество с ограниченной ответственностью «Алроса» – охрана. Осуществляет свою деятельность уже 14 лет. Работа ответственная и даже опасная. Тем более удивляет, что в отряде охраны больше половины работников – женщины. Смотрите далее. Одной из первых линчанок эту профессию освоила Людмила Литвинова. Навряд ли кто-то из девчонок мечтал в детстве стать охранником. Но вот Людмила не из их числа. Она мечтала стоять на страже закона и порядка. Но не случилось. Мечтала я быть так же. Мечтала работать в милиции. После школы сразу вышла замуж. Влюбилась, работала. Пошла работать на пищепром, на пищевую промышленность. Работала там. Работала бригадиром, работала. Ну а когда в Ленске появилось предприятие «Алроса охрана», Людмила сразу поступила на работу. Наша задача быть очень внимательной. На объекте надо быть, запоминать все. Где что лежит, чтобы все были пломбы на месте. Если же выявляется нарушение, то на помощь охраннику приходят современные средства связи. Рация всегда в руках. Охраняются объекты круглосуточно, поэтому уже много лет Людмила ходит по сменам. Днем на производстве кипит бурная деятельность. Разгружаются, загружаются автомобили. Через проходную проезжают машины различных служб. Не скучно, не страшно. А вот ночью охранник остается на огромной территории один и должен следить даже за самыми отдаленными уголками базы. Людмила Литвинова является наставником молодежи, и хотя ежемесячно проводится обучение всех сотрудников, жизненный и профессиональный опыт все же добыт ею за долгие годы ответственности на посту. Елена Парыгина, Виталий Андреев, телеканал «Алмазный край».